Еще один спектакль Ивановского музыкального театра отметил юбилей. Озорная комедия Оскара Фельдсмана «Донна Люция» уже 10 лет идет на нашей сцене и пользуется успехом у зрителей. Спектакль пополнил плеяду постановок долгожителей, среди которых «Свадьба в Малиновке», «Веселая вдова», «Век живи, век люби». В свое время нам пришла в голову такая мысль поставить этот спектакль. Мы угадали его, видно, со временем, угадали с распределением ролей. Ну и, конечно, самая большая заслуга – это исполнитель главной роли, это Дмитрий Бабашов, который попал на эту роль, как говорится, вот один в один. Она ему нравится, он ее с удовольствием играет, я хочу сказать, что играет один бессменно, вот сколько бы ни было, на какой площадке ни был. В юбилейном спектакле была задействована треть актеров, которые играют с премьеры. Через «Донну Люцию» прошло много артистов, особенно на таких ролях, как Джек и Чарли. Но Фрэнкерт Баберлей, Дмитрий Бабашов остался неизменным. Сюжетная линия проста. Парочка закадычных друзей-студентов – Чарли Александр Серков и Джек Дмитрий Беляков – в надежде устроить свои любовные дела просят своего товарища о помощи. Постой, за нашу руку. Выручи своих друзей. Помоги нам. Мы же тебя так редко об этом просим. Ты же наш друг. Нет. Бабс, мы тебя очень просим. Бабс! Но дело оборачивается таким образом, что Бабсу приходится примерить на себя дамский наряд и выступить в роли тетушки Донны Люции. Я иностранка. А как вас зовут? Как нас зовут? Донна Люция де Водворец. Донна Люция де Водворец. Какое у вас красивое имя. Уж какое дали. Зовите меня просто. Комедия «Положение» вызывает у зрителей смех. Она понятна людям всех возрастов. Спектакль хороший, недаром он 10 лет держится. Он веселый, нравится публике. Можно прийти, посмотреть, отдохнуть от жизненных каких-то неурядиц и проблем. Я надеюсь, что мы еще будем его работать. Донну Люцию ивановские зрители встречают с большой радостью. Всегда во время спектакля в зале слышен смех. И, как правило, первыми на шутки реагируют дети. Драматургия, сделанная с добрым юмором, нравится всем. Елена Белова, Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.